Связи Александр Дерза. В этом уроке мы должны сделать с вами анализ рынка и выяснить, есть ли конкуренты по нашему товару. Вы должны были в прошлом уроке выполнить задание, и у вас должен быть список. Вот специально пошуршу вам им. У меня он тоже есть. Я вам его в прошлый раз специально фотографировал. Итак, значит, что мы делаем сейчас? Сейчас мы идем на Google или Яндекс и вбиваем наш товар. Вот, например, я выбрал часы, танцевальные коврики и наушники. Так, и смотрим. Вот смотрите, во-первых, есть объявление. Сейчас я попробую вам показать. Значит, есть объявление. Вот они. Так, это мы уберем. Вот, есть объявление. Значит, этот товар уже продается. Правильно? Вот, смотрите, картиночки уже имеются. И пошли. Так, нажимаем. Вот, ведите себя как обычный пользователь, который ищет данный товар. Вот, смотрите, всего за 699 рублей уже, даже дешевле, чем на купонном сайте. Заметьте, на купонном сайте они были по 779 рублей. Так. Ага, 890 рублей, 400 рублей. Помечаем это все себе в блокнот или список, ну, на ту бумажку, на которую вы это делали. Помечаем себе цены, если вы выбрали данный товар, ну, или какой-либо другой, неважно. Вот, я, значит, пишу, что цена от 590. Так, от 590 до, смотрим, 650, хорошо, дальше идем, смотрим следующий сайт. О, так, тут какие-то дорогие вообще часы, iSwatch, это другое, нет, это, в принципе, это те же самые часы, да, смотрите, по 3500 их продают. Обалдеть. Вот на китайских часах люди деньги делают, да? Так, ладно, пишем 3500. О, акция «Расскажи о нас в социальных сетях и получи скидку аж 100 рублей». Надо же. Замечательно. Вот, по 1000. Ну, в общем, средний чек 1000 рублей, грубо говоря. За 1000 рублей эти часы должны будут уходить. Но если мы их выставим по 790, они тоже будут замечательно уходить. Так, что еще? Да, кстати, ВКонтакте можно еще поискать. ВКонтакте тоже можно еще поискать. Смотрите, тоже замечательно. Часы везде продают. Часы. Так, следующее. Точно так же в Яндексе можно. Вот смотрите, обратите внимание. 6 миллионов ответов. То есть конкуренции очень много. Насколько вы помните, как я говорил вам в прошлом уроке, конкурентов, если чем больше конкурентов, тем лучше. Потому что здесь есть движуха, здесь есть деньги. Значит, вы будете не один. Конечно, с одной стороны, это, ну, как бы плохо, что вы будете в толпе, но с другой стороны и деньги у вас будут, потому что эти часы продаются. Вон, смотрите, здесь вот реклама, рекламное объявление. Видите, iSwatch от 500 рублей. Вот. От 500 рублей люди продают. Можно еще посмотреть Яндекс.Маркет точно так же. О, как так? Очень интересно. Ну, это может быть и плюс, потому что в Яндексе, если нет вашего товара, может быть, он может у вас появиться, и у вас будет больше клиентов. Ну, то есть вы понимаете, да, вы потом интернет-магазин свой зарегистрируете в Яндекс.Маркете, и ваш товар появится здесь на витрине. Люди здесь ищут товары, и он появится у вас здесь в единственном экземпляре. Вот сейчас, видите, здесь нету ни одного товара. А когда вы зарегистрируетесь, они здесь появятся. И
хороший трафик пойдет к вам на сайт покупать эти часы, потому что, ну, естественно, если будет цена приемлемая. Потому что, видите, здесь конкуренции нету, получается, а в интернете, в общем-то, она есть. Делайте, делайте так же прямо сейчас, как вот я сейчас и делаю. В Гугле, в Яндексе, в Яндекс.Маркете. Вот. Также по другим товарам, ну, например, вот танцевальные коврики, да, вот я. Танцевальные коврики. Смотрим. О, видите, здесь уже товары есть. Цены тоже, цены выписываем там от и до. Если конкретная какая-то модель, то берем конкретную модель, и можно вот взять конкретную модель, написать и посмотреть, сколько она стоит на рынке, то есть по какой цене ее продают. Вот здесь первая строка, видите, здесь с Яндекс.Маркета показывает, что 42 магазина предложили всего, кстати, хочу заметить, всего 42 магазина. В Яндекс.Маркет еще не так просто попасть туда. Там очень долгая процедура регистрации и дотошная. Я уже с этим столкнулся, в этом расскажу в других уроках. Поэтому всякие мелкие отсеиваются. Кто там не может, или не доходят руки, или лень, или несерьезно занимается. То есть этих в Яндекс.Маркете людей не будет. Что нам, в общем-то, и на руку иногда. А вот, кстати, смотрите, мой интернет-магазин здесь показывает в поиске практически на первых местах. На первых местах. Замечательно. Вот зайдем, посмотрим, что у меня здесь есть. Вот, значит, загружается, да. Видите, здесь я поставил видео, сделал хороший ролик. Сделал хорошее описание товаров. Здесь у меня такой, как сказать, эксперимент, что ли. Вот я решил попробовать эти танцевальные коврики продавать не целевой аудитории, конкретно кто хочет купить эти коврики, а для тех, кто хочет похудеть. Потому что эти коврики имеют такой замечательный побочный, что ли, эффект. Люди, когда начинают заниматься на них, они очень часто худеют. Вот. Причем на большое количество килограмм. У меня у самого опыт есть. Я тут 1,5 года назад на таких ковриках, когда стал увлекаться, сбросил порядка 21 килограмма. Ну, хоть многие не верят, но действительно это так. Вот у меня близкие, родные, все об этом знают и все в курсе. На мне многие штаны даже болтались, как на клоуне. Такая вот замечательная вещь. Я вот решил попробовать их продавать для аудитории. Хочу похудеть, так сказать. Потому что куплю коврик, там запросов порядка там 15 тысяч в Яндексе. А хочу похудеть, там 800 тысяч запросов в месяц. Вот. Есть разница. Ну, вам надо выяснить цены, какие сейчас на рынке. В дальнейшем я вам потом расскажу, как сделать вот такой магазин. Сейчас делаем вот именно вот это задание. Прямо сейчас берем ручку, берем ваш блокнот и записываем цены, мониторим рынок. Сначала вам надо выяснить розничные цены, по которым можно продавать товары. А в следующем уроке мы приступим к поиску поставщиков. С вами был Александр Дерза. Пока.